Добренько всем утречка. Начинаю канал с рубрики по музеям и выставочным залам. В данном случае выставочный зал квартиры Геллеров. Работа моих кистей очередная. Почему кистей? Потому что, ну, я же не одной кисточкой это рисовал, значит, кистей. На полотне изображена собака Жужа слева, кучерявая такса, и собака Сальвадор, такса не кучерявая. Обе таксы наши любимые, самые. Работа выполнена на холсте, маслом, с лакировкой. Всем счастливого просмотра. Всем привет, всем пока. Вы на канале Крылья Нью-Джерси. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. До встречи.